Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. «Жених на прокат» 2011 года. Безбашенная Дарси и застенчивая Рэйчел дружат с детства. В университете Рэйчел знакомится с красавцем Дексом и вместе с ним готовится к экзаменам. Однако на вечеринке по поводу удачной сдачи девушка знакомит однокурсника со своей подругой, а Дарси сразу же приглашает Декса на свидание. Проходит 6 лет. Во время вечеринки в честь 30-летия Рэйчел Дарси объявляет о своей грядущей свадьбе с Дексом, но, будучи в сильном подпитии, уезжает домой раньше. Молодой человек отправляется проводить подругу невесты домой, и на следующее утро они просыпаются в одной постели. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!